Лето – это прекрасная цветущая пора свадеб. Но приглашение на романтичное торжество означает не только радость за молодоженов, но и модную головоломку. Как приобрести стильный наряд в соответствии с дресс-кодом и при этом не чувствовать, что выбрасываешь деньги на ветер? Решение подскажет стилист. Начинаем модное расследование. Платье принцессы, феечки, зефирки – вполне ожидаемое для свадебного торжества. Однако есть два минуса. Первый минус – это инфантильность. Скорее всего, вы будете выглядеть слишком по-детски. И второй минус – вы вряд ли сможете использовать это платье еще раз. А это современный фасон платья для торжества. Оно тоже романтичное, воздушное, нежное. Это платье вы сможете использовать в повседневной жизни, потому что на нем отсутствует декор, который относит платье к вечернему гардеробу. Никаких пайеток, блестяшек и кружев. Зато оверсайз силуэт и актуальные воланы. Нарядно и торжественно можно выглядеть и в костюме. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам, что превращает костюм в вечерний наряд. Атласный топ, обувь на высоком каблуке и изысканные сережки. Статус гости не обязывает приходить на свадьбу в наряде принцессы с детского утренника. Можно выбрать романтичное платье без блестящего декора или брючный костюм нежной расцветки. Вечерний лук создается при помощи соответствующих деталей, обуви на каблуках, украшений и тому подобного.